Вопрос аренды Одесского припортового завода могут рассмотреть на внеочередном собрании акционеров ОПЗ, которое пройдет 6 февраля. Об этом сообщает издание «Бизнес-Цензор». Фонд госимущества решил собрать акционеров, чтобы обсудить в том числе и вопрос о реструктуризации долга за природный газ перед НАК «Нафтогаз Украины». А это якобы возможно только после передачи ОПЗ в аренду. Я напомню, что в конце прошлого года Кабмин принял решение о приостановке работы припортового завода и передаче его в аренду.